Всем привет! В очередной раз познакомлю вас с товарами из Китая. Это новое видео на канале Gadget Mania. Я начинаю. Поехали! Ну а сегодня я вам расскажу о быстрой беспроводной зарядке от компании ROG. Поставляется это все в течение 2-3 недель с официального магазина компании ROG на AliExpress. Все ссылочки будут в описании, конечно же. У нас вот такая вот коробочка. Основное преимущество именно этой зарядки — это то, что она быстрая, поддерживает беспроводную быструю зарядку. Также у нас есть технические характеристики, и заряжается это все, и в комплекте у нас идет USB Type-C кабель для того, чтобы у нас это все дело быстренько поддерживалось. Поставляется вот в такой коробке. Немножко помялась при транспортировке, но ничего страшного. Коробкой же мы не будем пользоваться, мы будем пользоваться зарядкой. Главное, чтобы с ней все было в порядке. Я думаю, что с ней все в порядке. По тактильным ощущениям она очень приятная на ощупь. Она немножко такая, знаете, матовый такой пластик. И в нее, можно сказать, в составе этого пластика есть такие блестяшки. Вот прям переливается блестяшками, все это здесь по-китайски. Есть технические характеристики, есть прорезиненные 4 ножки, то есть у нас со стола это все никуда не денется. Ну и, собственно, в любом интерьере можно выбрать, кстати, белую, если не хотите черную, всего 2 цвета на выбор. В любом интерьере черная или белая модель будет смотреться очень даже хорошо. По комплектации, я сказал уже, есть USB Type-C и USB-A провод для того, чтобы подсоединить саму зарядку. Есть вот такая вот инструкция на английско-китайском языке. Изучите, почитайте, с надписью OTK пройдено отделом качества. Ну и самое главное преимущество этой, именно этой зарядки, о том, что она по беспроводу, то есть вы просто ставите сюда смартфон, она по беспроводу заряжает любой ваш гаджет, который поддерживает беспроводную зарядку. А если еще поддерживает быструю, то непосредственно она будет заряжать именно быстрым. Не знаю, как это осуществляется, потому что у меня нет возможности именно сейчас попробовать включить и подключить. Кстати, у нас есть кнопка вкл-выкл, она находится у нас сзади, то есть вы, если вам будет неугодно, чтобы она постоянно была включена, вы можете ее выключить. Я думаю, что вот эти штуки не подсвечиваются, но вот здесь вот есть светодиодная лента в виде такой продолговатой полосочки. Она, скорее всего, будет вам отображать, заряжен ваш смартфон или нет, красным или зеленым цветом, как это я подсмотрел в инструкции и на самой вот коробке, да, здесь указано. На инструкции, на самой коробке это дело все указано. То есть включаете, подсоединяете кабель, и у нас непосредственно светодиодиками отмечается, работает это все дело или нет. По первым впечатлениям, очень даже хорошие изделия, только потому что она быстрая. Я почему в последнее время коллекционирую беспроводные зарядки? Потому что я уверен, что большинство, практически все производители даже китайских смартфонов, такие как Xiaomi, Meizu и другие, со временем перейдут и внедрят во все свои непосредственно гаджеты возможность беспроводной зарядки. А как говорится, закупай, запасай сани летом для того, чтобы все потом было уже в наличии, когда все это будет доступно в наших с вами гаджетах. Ну и, конечно же, надо показать, как выглядит стандартно. Это стандартный набор, беспроводная зарядка и iPhone. Правда, iPhone 7 еще без поддержки этой функции беспроводной зарядки. Вот так вот это все в красном цвете. Прям представьте, что у вас восьмерочка или 8+, или если у вас много денег, iPhone X будет смотреться вот следующим образом. То есть вот так это будет все выглядеть на рабочем столе. Мне кажется, очень даже симпатично. Большое спасибо, что досмотрели до конца. Обязательно подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, что вы супергерой. Поздравляю вас с наступившими или с наступающими майскими праздниками. Череда таких вот интересных или очень видео сейчас будет продолжаться. Постараюсь выкладывать в каждый день. Ну а совсем скоро вас ждет интересные, увлекательные обзоры гаджетов, в том числе и смартфонов. Чтобы не пропустить, нажимай колокольчик, пиши комментарии. Ну и, конечно же, подписывайся на чат в Telegram. Он доступен по ссылке в описании и работает без каких-либо проблем. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока.